Это итоговая программа «Здорового человека». Я Евгений Симкин. Здравствуйте. В центре внимания прямо сейчас. Коронавирусная статистика на неделе несколько раз обновила рекорд. Есть ли куда расти дальше? В Мордовии поступила подростковая вакцина против COVID-19. Колл-центры наращивают мощности, а основной удар примут на себя поликлиники. Там уже открывают красные зоны. Пандемия и ее новая волна в центре внимания. Бездомные животные становятся политической проблемой. Нападение агрессивных собак уже обсуждают депутаты Госдумы. Чиновники на местах не могут найти деньги. А в это время на юго-западе Саранска, похоже, появилась банда живодеров. От их рук уже пострадали кот и кошка. Полиция ожидаемо бездействует. Есть ли выход из большой проблемы с бездомными животными? Ничей водопровод прокуратура нашла в Татарской Пишле километры бесхозных труб. Не они ли стали источником коммунальных проблем этого села? Мрачная зимняя сказка со счастливым финалом. Как в Ичалховском районе в холодном лесу потерялись двое школьников, кто их искал и при чем здесь корова по кличке Нарядка. Большой репортаж с места событий и главными героями. «Лукойл» и «Газпромнефть» под прицелом антимонопольной службы компании проверяют на предмет слишком дорогого топлива. Поможет ли вмешательство регулятора снизить цены на бензин? Ноги переломаю. Мэр Липецка крыла коммунальщиков матом, чтобы те лучше убирали снег с городских улиц. И все получилось. Будут ли перенимать липецкий опыт в Саранской мэрии и когда город снова скроется под снегом? Это было затишье перед бурей. COVID-19 наносит самый сильный удар по системе здравоохранения. Едва ли не каждый день в России и Мордовии фиксировали новый рекорд по заболеваемости. Более 200 новых случаев в сутки. Это новая печальная реальность. Медицина мобилизуется, красные зоны открывают уже не в больницах, а в поликлиниках, чтобы развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и с другими жалобами. В общем, новая волна пандемии наверняка будет самой сильной. Светлана Лашина продолжит тему. Всего неделю, как в Мордовии, зафиксировали первые случаи омикрона. Количество заболевших коронавирусом растет в геометрической прогрессии. Статистика регулярно обновляет рекорд. Со 170 заболевших в минувший понедельник до 240 в пятницу. Только за последние три дня, по сравнению с предыдущей неделей, количество детского населения, находящихся на амбулаторном этапе с коронавирусной инфекцией, увеличилось на 65% взрослого населения. На 72,9%. Как прочили на федеральном уровне, основная нагрузка легла на поликлиники. Количество звонков и вызовов на дом выросло за несколько дней в разы. Массовая паническая атака не иначе накрыла жителей Мордовии. При малейшей боли в горле люди требуют незамедлительного визита доктора и ПЦР-тест. Поэтому на уровне страны еще в начале недели решили напомнить и досконально разъяснить, как действовать, если почувствовали недомогание. Конечно, все волнуются и переживают за своих близких, хотят подстраховаться и стараются вызвать врача, чтобы понимать, чем лечиться, поскольку не всегда знают, как надо действовать в такой ситуации. И вот в этой связи прошу вас сегодня выпустить методические рекомендации и опубликовать их, в том числе в средствах массовой информации, чтобы люди четко понимали, в каких случаях можно лечиться дома, а в каких нужно обращаться к врачу. Надо это разъяснить гражданам, чтобы они могли помочь себе и родным. Инструкция к действию при первых простудных симптомах не заставила себя ждать. Памятку выпустили на уходящей неделе. В ней максимально четко прописали, в каких случаях и как себя вести. Общая рекомендация для всех – оставаться дома, вызывать врача и не заниматься самолечением. Ни в коем случае самостоятельно не принимать антибактериальные препараты без назначения врача. Это чревато сложным осложнением псевдомембранозным колитом. Также с целью профилактики заболевания начать прием орбидола и грипферона, по возможности изолировать больного в отдельной комнате, также регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку. Особое внимание пациентам группы риска, людям старше 60 и страдающим хронически сахарным диабетом, сосудистыми заболеваниями, онкологией, заболеваниями почек и печени, иммунодефицитами. Для них к общему списку рекомендаций добавились специальные. Пациенты, находящиеся на группе риска, это лица с хроническими инфекционными заболеваниями, лица старше 60 лет, они в основном все принимают гипотензивную терапию, какие-то другие лекарственные препараты в длительное время. Ни в коем случае отменять препараты нельзя. И противовирусные препараты также можно совмещать с гипотензивными препаратами или другими препаратами, которые принимает пациент.
При таких рекомендациях амбулаторному звену медицины республики пришлось экстренно перестраиваться, работать в 12-часовом графике до последнего вызова на дом, разворачивать колл-центры. 5-й больница, 2-я поликлиника. Здравствуйте. Вызов врача на дом. Сюда попадают звонки по телефонам вызова врача поликлиники, перенаправляются обращения, сделанные на круглосуточную линию 122. И так в каждой поликлинике без внимания не оставляют никого, входящие звонки пациентов дифференцируют. Настал тот момент, когда больным с прививками и невакцинированным оказывают первую медпомощь по-разному. Инфекционный период у микрона 3-4 дня, и у переболевших в течение полугода, вакцинированных в течение полугода, клиника до 7 дней. В основном, как острая респираторная вирусная инфекция. Пациенты такие, в подавляющем большинстве случаев, они находятся на амбулаторном лечении. Если не вакцинированы, не привит, какая бы клиника ни была, врачи идут на дом. Потому что здесь опасность, чтобы не пропустить цитокиновый шторм, так называемый, и утяжеление состояния пациента. Список дистанционных пациентов отправляется в центр аудиоконтроля. Ежедневно с больными на дому связывается помощник врача. Задает вопросы из анкеты, чтобы отслеживать динамику течения заболевания. Если стало хуже, на связь выходит доктор. В зависимости от состояния корректирует схему лечения или оформляет вызов на дом, чтобы осмотреть пациента лично. Для тех, кто ждать не любит и готов даже с температурой отправиться на прием. В поликлиниках организовывают так называемые «красные зоны». Основной момент – это, естественно, вызов врача на дом и оказание медицинской помощи на дому. Но если вдруг пациент пришел на прием, нам его необходимо изолировать и принять в отделение неотложной медицинской помощи. Так разводят потоки условно здоровых и явно больных пациентов, как рекомендовал федеральный Минздрав. В отдельном кабинете доктора переодеваются в защитную форму, чтобы заступить на дежурство. В выделенном крыле собрали все необходимое для диагностики и оказания первой помощи инфекционным больным. Организован прием врача-терапевта. Здесь у нас организован забор мазков биологического материала на диагностику коронавирусной инфекции. Здесь у нас организован забор крови, то есть пациенты полностью ограничены и исключены хождение по поликлинике. Все обследование находится в данном крыле. Но все же специалисты отмечают, что те, кто вакцинированы и позаботились о ревакцинации, переносят заболевание достаточно легко. Для вакцинированных эта волна не так страшна, и для нас она, как бы для докторов, не так страшна, как были предыдущие волны, потому что люди имеют иммунную прослойку, они уже переносят эту инфекцию как легкую, малосимптомную или практически бессимптомную. Чем больше времени прошло от бустирующей дозы вакцины до встречи с коронавирусной инфекцией, тем больше риск прорывной инфекции и развития симптомного заболевания. Без защиты до этого оставались дети. Именно они в эту волну начали болеть коронавирусом чаще. Сейчас лежит в Новореспубликанской инфекционной клинической больнице 15 деток. Детки абсолютно разного возраста. На настоящий момент самому младшему ребенку 3 месяца. Взрослому ребенку 15 лет. То есть дети абсолютно разных возрастов. Конечно, малыши заражаются от родителей, это семейные контакты. Дети более старшего возраста, они заражаются и как в семьях, как семейные контакты, так и в коллективах в детских. Но теперь сделать прививку можно и подросткам от 12 до 17 лет включительно. Конечно, с согласия родителей или законных представителей здесь буква закона полностью соблюдается. В Мордовию пришла первая партия детской вакцины «Спутник М» и оказалась достаточно востребованной. У нас вся семья вакцинирована. Я тоже решил, чтобы, самое главное, обезопасить себя, родных, близких, друзей, чтобы я мог спокойно обнять бабушку свою и дедушку. Статистика в очередной раз показывает, 95% пациентов в стационарах не вакцинированы. Среди госпитализированных 60% больные в возрасте. На реанимационных койках 76% те, кому за 60. Среди пациентов на домашнем лечении больше всего производственников, медиков, неожиданно безработных. Для последних не актуально, всем остальным в поликлиниках обещают открыть и закрыть больничный без необходимости личного посещения. Для открытия или сканирования трудоспособности не нужно идти в поликлинику.
Мы все сделаем дистанционно после того, как с каждым человеком поговорит доктор. Закрыть больничный лист можно, не посещая поликлинику. Если у человека закончился срок изоляции, отсутствуют симптомы, у него нет никаких других жалоб, он находился дома с малосимптомным течением, не нужно идти в поликлинику для закрытия больничного листка. При очередном контроле с врачом у него будет задан вопрос. Мы закрываем больничный лист, вы уже можете посещать работу, вы не опасны для окружающих, и больничный лист закрывается дистанционно. На фоне взрывного роста заболеваемости, особенно среди детей, региональный Роспотребнадзор на заседании Республиканского оперативного штаба предложил дополнительные антиковидные меры. Запретить детям и подросткам посещать торговые комплексы, фитнес-центры, культурные учреждения и общепит. Совсем. Приостановить работу кружков, секций, доп. Образования в целом. Отменить спортивные мероприятия для несовершеннолетних, кроме тех, что есть в официальном календаре. И обязать работодателей перевести на удаленку минимум 30% сотрудников. Пока это предложение, но как показывает практика, если о них заявили официально, пара дней и все станет реальностью. Светлана Лашина, Андрей Просвиркин, программа «В центре внимания». На неделе вся Россия говорила о бездомных животных после чудовищного случая в Забайкалье, где стая собак растерзала ребенка. На одичавших собак много жалуются и в Мордовии, причем жалобы вполне справедливые. Пора и волонтерам из приюта, и власти признать, программа, по которой бездомных собак ловят, стерилизуют, а потом выпускают на улицу, не работает. В погоне за гуманным отношением к бездомным псам немного забыли о том, что жизнь и здоровье человека важнее. И не надо говорить, что животное после стерилизации становится супердобрым и не нападает. Это неправда. Этой зимой на Святихстрое стая собак растерзала кошку. Страшные кадры сняла камера видеонаблюдения. А на юго-западе на этой неделе на кошачьих нападают дети. К счастью, ветеринары спасли жизни и кота, и кошки. Но где гарантия, что одичавшие двуногие не продолжат этот кошмар? На этом фоне уже даже не удивляет инертность полиции. Статьи о жестоком обращении с животными сложны для оперативной разработки. Заниматься этими делами по-настоящему полицейским, наверное, лень. Проблемы с бездомными животными общие для большинства российских регионов. Наши коллеги с Ульяновского канала «Репортер 73» на неделе тоже выясняли, а как с этим обстоят дела в их регионе. Людмила Кусерова пыталась найти ответы на самые сложные вопросы. Трагическая история из Забайкалья поставила на уши всю страну. Семилетнюю девочку загрызла стая бродячих собак. Изувеченное тело ребенка нашли через несколько часов. После этого и в саранских пабликах началось настоящее безумие. Эти кадры сняты в поселке Цыганский, а вот другие с улицы Тани Бибиной. Стаи бездомных собак разгуливают по центру, юго-западу и Светотехстрою. Только в январе этого года в городской травмпункт с укусами обратились 30 человек. 13 из них пострадали от безнадзорных собак. На улицу Пушкина в Саранске бездомные псы приходят из гаражей. Недавно видели с десяток щенков. Вскоре они подрастут, и свора станет больше. Куда ни обращались, мер не принимают. Во всем этом, конечно, виноваты мы, сами жильцы. Почему? Потому что у нас постоянно одни и те же женщины ходят, кормят этих собак, бездомных кошек. Если вы проявляете настолько заботу о животных, пожалуйста, вы переживаете, отвезите их в приют. Не можете вы постоянно к ним туда приезжать, также спонсируйте. Я понимаю, что все это вливается финансово. Вот. Пожалуйста, также помогайте, но это не есть хорошо, когда кормят у чужих, между прочим, подъездов, кормите тогда у себя, они кормят около наших подъездов. Для кошек, собак у нас все условия, пусть ваши детишки здесь не бегают, пусть они обходят стороной, да что это такое, у нас дома блохи. Раньше бродячих собак отстреливала коммунальная служба ЖРСУ, делали это варварски, на глазах у детей, парализованное ядом животное умирало долго и мучительно. Тогда зоозащитники много выступали и требовали у городских властей организовать приют. Звучало это так: дайте нам помещение, остальное сами сделаем. В мае 2018-го долгожданное событие произошло, но позже выяснилось, что одними только волонтерскими силами тут не справиться. Давайте разберемся в ситуации. Образно говоря, бездомные собаки, откуда они берутся? Животных выбрасывают, домашних животных не стерилизуют. Потом эти приплоды коробками кидают или волонтерам нам под двери, или к приюту. Приют тоже не резиновый. Это тоже всех невозможно уместить. А в основном у нас ведь как? Собака родила. Да, обычно там от 8 до 12 щенков. А в основном тут рождаются девочки.
А потом, если они по улицам побежали, вот опять же, допустим, 8 девочек там или 5 девочек, от каждой еще 8-12 щенков, и получается стая. Законы не работают, власти бездействуют, никакой там программы, чтобы там по стерилизации животных там какой-то еще что-то. Приютов нет, финансирования нет, в приюте есть толком нечего. Такое количество собак и кошек пристроить в добрые руки невозможно, поэтому год назад начала работать программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Только за 2021 год в приют Саранска привезли 238 бездомных собак, 120 после операции вернули на место прежнего обитания. Говорят, что выпускают только спокойных животных, агрессивно остаются в вольерах, но свободные, пусть и вакцинированные, собаки все равно сбиваются в стаи и продолжают жить по своим законам. И вот так вот всю ночь. Ага, никому спать не дают. В соседнем Ульяновске бродячая четвероногая банда терроризирует целый микрорайон, хотя в области есть несколько приютов, которые работают по программе ОСВВ. От проблем они не спасают. Когда собак становится больше, чем одна или две, они начинают думать совсем по-другому. Они начинают жить как стая. И когда это стая диких собак, пусть и чипированных, они становятся агрессивными. Собаки охраняют места, где их подкармливают. Подъезды, остановки, парковки. Может, они и не укусят, только облают. Но как быть людям, которые патологически боятся этих животных? Для них даже выход из подъезда, рядом с которым бегает гавкающая свора, чреват минимум испугом, максимум инфарктом. Выносить пункты питания, да, за жилые районы. Я еще с Ермаковым эту проблему обсуждал. Да, выносить, строить там определенные площадки, выделять на это гранты какие-то, да, чтобы собаки, их же надо им где-то питаться, выносить куда-то там за гаражи, в пустыри, промышленные зоны, уводить их туда. Если рассудить логически, то программа ОСВВ работает на долгосрочную перспективу. Животных стерилизуют сейчас, а через много лет они просто вымрут. Но тут загвоздка. Чтобы достичь хотя бы такого результата, нужно, во-первых, в короткий срок отловить и стерилизовать почти всех собак. Для этого требуются большие деньги, саму работу нужно финансировать, а животных где-то после операции содержать. Во-вторых, как быть с хозяевами, которые выбрасывают на улицу надоевших питомцев, рожденных щенков и котят, выпускают собак на самовыгул. Как их вычислить и наказать, российские законотворцы пока не придумали. 50% укушенных людей, они укушены домашними животными, то есть собственными. 30% из всех укусов – это животные, которые находятся на самовыгуле и прикормленные. То есть они идут по статистике как безнадзорные, а по фактам они живут на стройках, на заправках. Пока в Ульяновской области обсуждают варианты, в Саранске каждая из сторон видит только свой выход. Правда, ни тот, ни другой к решению проблемы с бездомными животными не приведет. Тем не менее, городская администрация намерена и дальше аккуратно исполнять существующее законодательство. По программе ОСВВ зоозащитники предлагают просто стать добрее. Посмотрите на людей. Общество озверело. Просто озверело. Как мы относимся к животным? А чего мы ждем в ответ? Вот каждый собака гребет за день, говорю, по 20, там по 30 пиндалей. А как она будет относиться к человеку, если она еще и голодная? Вот она и агрессия. А она, естественно, будет бить по самым слабым. Поэтому здесь, в первую очередь, виноваты власти. Это все бездействие. И жестокость людей. Если бы люди более были гуманными, кормили, не обижали животных, такого не происходило. На волне всеобщей животной истерии в Саранске появились живодеры. На неделе ветеринары клиники «Не болит» двух кошек буквально сшивали по кусочкам. Одну расстреляли, другую растерзали. Сотворили такое не голодные собаки, а подростки. Психологи связывают агрессию с постами в интернете. Взрослые открыто призывают истреблять бездомных животных. Малолетние банды переносят это на тех, кто им ответит. Не может. Чем младше дети, тем больше они воспроизводят взрослых по психологическому механизму подражания. И очень часто дети лет даже до 11, приблизительно 10, у них еще не сформирована своя
личностная позиция, они воспроизводят то, что слышат, и это очень часто игра в мир взрослых, а значит и его повторение. Поэтому, безусловно, та атмосфера, которая есть в социальных сетях между взрослыми, она перенимается, воспроизводится и в детской среде. Есть ли из этой ситуации цивилизованный выход? Скорее всего, да. Только для этого нужно действия направлять на решение проблемы, а не на механическое исполнение законодательства. В России практически не работает уголовная статья за жестокое обращение с животными. Причина в непрописанных методиках. Как классифицировать тяжесть увечий? Животное – это пострадавшая сторона или вещественное доказательство? Собака или кошка – это собственность хозяина? И где юридически очерченные границы дозволенного? Без инструкций полицейские не хотят думать и пытаться. Вот и стараются от заявлений о живодерстве отписаться под любым предлогом. Очевидно, что решать проблему с живодерами и бездомными животными нужно в комплексе через проработку юридических, экономических, педагогических и моральных вопросов. И взрослым, и детям нужно объяснить, что животное не игрушка. Решение завести питомца нужно принимать осознанно и взвешенно, а пока каждый сам за себя, так и будут происходить конфликты и трагедии, о которых, как всегда, поговорят и забудут. Людмила Кусерова, Наталья Тюрина, Игорь Гангаев и Андрей Просвиркин. Программа «В центре внимания». Рузаевская прокуратура нашла бесхозные водопроводные трубы в татарской Пишле. Порядка 7 километров сети официально ничьи. Казалось бы, ну и в чем проблема? Не принадлежат они никому. Вода-то все равно по ним бежит. Вопрос в том, кто их будет ремонтировать, случись коммунальная авария. Как так вышло, что сети оказались ничьими, отвечает местная власть. Эти сети появились в начале 2000-х годов, когда у нас руководство водоканала и района было адекватным, когда люди хотели провести себе воду, ну, цивилизация-то она есть, цивилизация, колодцев уже практически не было. Водоканал пошел навстречу, пожалуйста, проводите, как хотите, только заключайте с нами договор на потребление воды. Дальше водоканал, который тогда был муниципальным, должен был оформить эти новые трубы в свою собственность, но не случилось. Так все и осталось до проверки прокуратуры, которая теперь требует от муниципалитета забрать сети в свою собственность. Обязана администрация Татпишнинского сельского поселения поставить указанные объекты по улицам на учет в управлении Федеральной службы картографии по Республике Мордовия. Вначале их порядок таков признать бесхозными, в последующем поставить на учет как муниципальное имущество, а в дальнейшем передать для обслуживания ресурсоснабжающей организации. Будем брать, находить, на вот сидеть, просто тупо ждать, когда тебе деньги принесут, никто не принесет. Есть задача, надо ее выполнять. Эта история должна заставить понервничать руководителей других муниципалитетов Мордовии. Что-то подсказывает, что такие же ничьи сети есть, наверное, в каждом районе республики. Вопрос в том, когда их найдут работники прокуратуры. Если только на оформление документов на бесхозные трубы в татарской Пишле может уйти порядка 200-300 тысяч рублей, то какие расходы получатся на всю Мордовию? Не секрет, что сейчас сельские бюджеты влачат нищенское существование, и платить в итоге придется все-таки республике. Страшная зимняя сказка со счастливым финалом. В Ичалковском районе в лесу заблудились двое школьников. На поиски пропавших детей собрались все жители небольшой деревеньки Калыша. И не только они. Зачем дети вообще пошли в холодный зимний лес? Причем здесь корова-нарядка? Почему пропавшие не откликались на крики тех, кто их искал? Людмила Чекал отправилась за ответами в ту самую Калышу. История, больше похожая на блокбастер, происходила в лесу национального парка Смольный, неподалеку от дома многодетной семьи Балахоновых. В субботу утром сюда убежала их корова. Отправившись на ее поиски, жители поселка Калыши не смогли вернуться домой без посторонней помощи. Утром глава семьи, как обычно, выпустил коров на улицу перед домом. Но у нарядки, что была на сносях, нашлись свои планы. Она вдруг побежала в лес. Хозяин бросился вдогонку, думал, настигнет нарядку, но не удалось. Часа 4 искал. Вот я уже стала переживать, беспокоиться, потому что мало ли что в лесу-то. Во-первых, сердце-то больное, и возраст уже не тот, чтобы по лесу по сугробам лазить. Вот плакала, ходила. Обратился в администрацию, вот приехал Митин, наш глава администрации. Вот, тоже хотел нам помочь. Большое спасибо ему. Глава Смольнинского сельского поселения объезжал окрестности на машине безрезультатно. Нарядка в это время наматывала круги по лесу, изрядно вымотав своего хозяина.
Она, ну, как с ума сошла, он это, 4 круга сделала по лесу. Устала очень, потом уж и нога отнялась. И жалко бросить, что она, вот я хожу за ней, и жалко. Ну, правильно, это кормилица наша. Супруга Наталья ближе к обеду устала ждать. Вместе со старшей дочерью Ренатой они отправились на поиски мужа. Преодолев не до конца замерзшую речку и глубокие сугробы, они увидели и виновницу переполоха, и хозяина коровы. Нарядка уже начала телиться прямо в лесу под березой. Наталья Алексеевна отпустила уставшего мужа домой и вместе с дочерью стала помогать корове. Новорожденного теленка они хотели привезти домой на надувной ватрушке, но поняли, что в одиночку не справятся. Стали мы с Ренатой тянуть теленка-то. Очень тяжело, он падает, скользкий. Вот. Я говорю, Рената, мы с тобой не справимся. Давай это, иди за помощью. Рената позвала на подмогу братьев. 10-летний Коля и 9-летний Паша с удовольствием прибежали прокатить теленка на тюбинге. Но нарядка снова убежала. Дети бросились ее догонять, а в итоге и корову не нашли, и сами заблудились. Когда сыновья скрылись из виду, мама с сестрой стали кричать, но мальчики не отзывались. Истерика со мной, конечно, началась. Я и плачу, я и кричу, и о помощи прошу, все это, и мальчишки не отзываются. Думаю, ну все, вот до такой степени уже, вот прям аж такое настроение стало. Прям невозможно. На улице уже стемнело, и женщина позвонила в службу спасения. На место сразу прибыли спасатели МЧС, скорая и весь личный состав районной полиции. Детей в холодном лесу искали больше 100 человек. Приехали родственники, соседи, работники школы, сельской и районной администрации. От дома один на придомовой территории встали в цепочку, и все сотрудники, также сотрудники МЧС, начали двигаться по направлению в сторону деревни Обрезок. Вооружившись фонариками, они прочесывали лес метр за метром, пробираясь по пояс в снегу. Участковый объезжал лес с другой стороны и вдруг увидел детей. К 6 часам вечера мальчишки вышли на проселочную дорогу. Никакой паники у них не было. Спокойно шли в сторону дома. Домой приехали, передали, с ними поговорили, все в порядке. То есть не испугались. Говорит, уже как бы с родителями за грибами, за ягодами в эту сторону ходили. То есть знали местность знакомой. Семья, которая живет на опушке леса, действительно знает его хорошо. Но зимой здесь такие сугробы, что трудно идти, тем более в темноте. Самое главное, что нашлись они, что недолго они сразу среагировали, спасательные службы. И наши, и чалковские, и всей полиции, и все, и народ. Народу очень много приезжали. Фонарики все в магазине выкупили. Чтобы искать детей. Наталья Алексеевна до сих пор плачет, вспоминая, как она переживала за сыновей. Скорая помощь, которую вызвали детям, оказалась нужна не им, а родителям. До сей поры вот не могу. Слезы из глаз. У меня прям вроде говорят, что дети чужие, ну, приемные они у меня. Но я к ним так привыкла, что они уже для меня самые родные. Мне так их было. Я говорю, Господи, а вдруг они в снег провалятся? А вдруг они уж мне уж и ни корову не надо, никого не надо, только бы их найти. Паша с Колей и подумать не могли, сколько человек их искали. В лесу они слышали голоса, но наоборот, старались уйти от них подальше, побоялись откликаться на зов чужих людей. Мы шли за коровой и потом потерялись. А как потом дорогу-то искали домой? Просто шли и нашли дорогу. И по дороге уже знали, в какую сторону идти? А почему не откликались? Колька сказал не откликаться, потому что это будут чужие. Паша и Коля вместе с сестрой Машей живут в семье Балахоновых 5 лет. Когда старшие дочери Натальи и Владимира выросли, родители захотели взять из детдома еще одну девочку. Но оказалось, что у Маши есть 2 братьев, и Балахоновы взяли всех 3. А потом и их младшую сестренку Анюту, ей тогда было всего 1.5 года. Наталья говорит, что за это время так привязалась к приемным детям, что любит не меньше, чем родных. И они с мужем очень рады, что в тот недобрый субботний день все закончилось благополучно. Все хорошо закончилось и для детей, и для нас это, и теленочек живой, и корова пришла живая, и волки не съели. После теленка бы у нас не было, он бы замерз. Да и теленка, и она бы, и это, она бы не разродилась. Она бы сама не смогла. Не смогла бы. Правда, тяжело это все досталось. И до сей поры вот уже прошло вот 4-й день. И никак мы еще в колею не можем войти.
очень. И жена этот болеет, переживает, и я тоже это самое, и сердце, и спина, и ноги, все. Корова-нарядка вернулась домой под утро сама. Это ее первый отел, и хозяева надеются, что в следующий раз их кормилица будет вести себя спокойней. А теленка, спасая которого вся семья изрядно намерзлась, дети предложили назвать Дедом Морозом. Он уже уверенно стоит на ногах и даже норовит побегать. Вот только не пускают, хватило погони за его мамой. Теперь нарядка в стойле, на привязи. Хозяев она по-своему отблагодарила. Дает молоко 4 раза в день. А Владимир и Наталья благодарят всех, кто пришел им на помощь. Большое спасибо всем. Приезжала глава у нас администрации Чалковского, Дмитриева Валентина Григорьевна. Большое спасибо. Надежда Александровна Арбузова. Директор школы сразу приехали, учителя все приехали. Спасибо огромное Вильдиманову, участковому, администрации сельсовета района Дмитриевой, спасибо. Арбузовой, они не остались в стороне от нашей беды. И МЧСникам, и милиции нашей. Дочери с Саранска ехали 10 экипажей машин, чтобы искать детей. Вот. Вернулись по дороге, им сообщили, что уже это нашли. Так что вот огромное спасибо всем. Людмила Чекал, Игорь Гангаев, программа «В центре внимания». Мордовия-Стат опубликовал данные о топливной инфляции. Бензин в среднем за год подорожал на 8,6%. Сильнее всего прибавил литр АИ-98 – 11,5%. Самые популярные АИ-92 и АИ-95 в цене прибавили 8,9% и 8,1% соответственно. Дизельное топливо продемонстрировало рост на 8,3%. Топливная инфляция ускоряется заметнее, чем показатель по всем видам товаров и услуг. Напомню, годовая инфляция в целом по региону составила 7,8%. Декабрь относительно ноября прибавил 1,1%. На этом фоне разгорается скандал вокруг «Лукойла» и «Газпромнефти» в Нижегородской области. Местное управление Федеральной антимонопольной службы проверяет, а не слишком ли дорого стоит топливо в этих сетях, которые к тому же доминируют на рынке. И пока выводы не в пользу нефтяников. Специалисты ФАС говорят, что дочерние компании нефтяных гигантов преднамеренно завышали цены. Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона о защите конкуренции в отношении общества с ограниченной ответственностью «Лукойл Центр нефтепродукты» и общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть региональные продажи». Обществом вменяется установление монопольно высокой цены на реализуемый ими автомобильный бензин марки АИ-92 и АИ-95 на территории Нижегородской области. В Мордовии такую проверку не проводят, потому что у нас несколько другой баланс сил на топливном рынке. «Лукойла» тоже много, однако доминирующим его не называют. Но юридическое лицо, торгующее бензином в розницу, что в Мордовии, что на Нижегородщине, что еще в паре десятков регионов, одно и то же. Так что, глядишь, по итогам разбирательства и до нас докатится легкое удешевление. Но это так, мечты о них чуть позднее. Второй бренд, попавший под раздачу у соседей, «Газпромнефть», у нас работает по франшизе. Топливо продает местная компания. Возвращаемся к мечтам. Мы спросили у саранских водителей, какую стоимость бензина они считают справедливой. До рублей 300 хватило бы. Рублей 300 прям? За ведро, то есть 30 рублей. По нашей зарплате достаточно было. Как я сам лично думаю, то, что цена на бензин как-то несправедливо растет. Очень быстро. Ну, там, допустим, если предыдущим летом, да, допустим, я заправлял полный бак на, ну, где-то 3000 рублей, сейчас это уже все выросло, наверное, порядка 300 рублей. Но 10% за какие-то полгода – это очень много. Рублей 20 не дороже. Потому что во всех странах, в которых реализуется продажа нефти на экспорт, бензин стоит копейки. В Саудовской Аравии вода дороже, чем бензин. В Венесуэле то же самое. А у нас вода, можно сказать, бесплатная, а бензин стоит космически дорого. Нам хватает, нормальная цена. И напоследок история из Липецка, где мэром работает Евгения Уваркина. Она очень хорошо владеет голосом, и у нее большой словарный запас. Вот что заявила госпожа мэр на планерке по уборке снега в Липецке. Вы занимаетесь, дорогие мои, вы занимаетесь, вы перекупаете друг у друга с понижающим тарифом. Поэтому даже не подходите ко мне и не станите по поводу того, что у вас плохо. До тех пор, пока будет продолжаться это, я не буду с вами с отдельностями по одному разговаривать. Прекратите это делать. Займитесь делом.
Те, кто не гребет, а плывет, как кое-что плавает, я буду зачищать. Дерьмо я буду зачищать. Все до 11 часов дадите график работы ваших людей и понесете за него ответственность. Я извиняюсь, я ноги вам переломаю. И не спешите осуждать госпожу Беладонну, госпожу мэра, за мат на совещании. После такого внушения, говорят, из Липецких дворов увезли весь снег. А тремя годами ранее Евгения Увархина почти так же ускоряла строительство парка, и тоже все получилось. Я ни на что не намекаю, но есть у нас один недавно избранный мэр, и есть у нас сугробы. Я думаю, вы поняли. Кстати, о погоде. На Среднюю Волгу надвигается очередная волна атлантических циклонов, которые принесут новые снегопады. Так что, скорее всего, тема уборки снега останется в центре внимания. Увидимся ровно через 7 дней. Здесь же живите настоящим и не переключайтесь.